Благоустройство дорог и социальные темы в центре внимания волокжан. Обращение жителей города принимал сегодня глава Вологды Евгений Шулепа в ходе прямой телефонной линии. Ряд поручений он дал на месте. Другие вопросы будут решаться в ближайшее время. Какие — в материале Марии Суворовой. У меня как водителя очень волнует такой вопрос. Наш ленинградский путепровод, на котором выбоины и ямы. Пока погода позволяет, будем ремонтировать еще ямы до минус 5, до минус 8 градусов, еще можно качественно наложить асфальт. А вот подтверждение этого диалога между главой и звонившей волокжанкой. На Ленинградском мосту работы начались накануне, и автомобилисты это уже заметили. И сегодня я убедилась, что на самом деле Ленинградский мост, он начал ремонтироваться. Тема благоустройства дорог стала ключевой не только в ходе прямой телефонной линии «Звонок главе», но и в целом в работе городских властей. В этом сезоне в порядок привели более 100 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Это 15 футбольных полей. И работы по ликвидации колейности и ям будут продолжаться, пока позволяет погода. Интересовались волокжане и дорожной инфраструктурой. На улице Костромской, например, жительница попросила оборудовать пешеходный переход. Рядом и детский сад, и школа. Там построена новая дорога, возрождение идет. И с ребенком в садик просто невозможно перейти. Сейчас отдам работу, думаю, что решим. Безопасность это превыше всего. Социальная сфера – еще один блок вопросов. Например, ремонт квартир ветеранов. Он тоже продолжается. На следующий год сформировано около 200 заявок. И сроки проведения этих работ глава контролирует лично. По конкретному адресу после звонка волокжанки Евгений Шулепов поручил информацию уточнить и довести до сведения ветерана. И еще одна тема – когда будет закончено строительство детского сада на улице Псковской. Мы сейчас его должны до зимы закрыть, подвести под крышу. Тепло подаем, начинаем отделочные работы, и задача поставлена перед строителями сдать его во втором квартале следующего года. Напомним, в этом году были сданы два новых детских сада на улице Приминина и на Фрезеновской. В общей сложности они приняли более 900 ребят. Вопросы, которые волнуют тысячи волокжан и отдельно взятые семьи, глава города готов обсуждать любые темы в ходе прямой телефонной линии. Она работает по вторникам с 9 до 10 утра. Позвонить Евгению Шелепову можно по телефону 58 03 93. Также оставить свой вопрос можно в любое время через интернет-приемную на сайте «Вологда Портал». Мария Суворова, Михаил Прищев, Максим Тышковец, Вологда Портал.